Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за кхмеров на карте Архипелаги в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Всем остальным приятного продолжения просмотра. Потому что нету соседей рядом, то есть я города тут поставлю. Ереван. А вот Ереван бы я... Вот куда мне надо отправить посланников. Возьму... В следующем открою, когда... Так, Манхартхом. Открою, когда оборонительную тактику поставлю. Первый посол и в Ереван. Конечно же. Вряд ли я тут могу победить религией. Да я сейчас не добью, наверное. Может быть, это следующим ходом я... Следующим ходом хорошо ответить. Жалко, в Индрапуре негде акведук поставить. Тоже было бы очень неплохо. Блин, и тут не проплыть. Да ё-моё. Ладно, поставлю пока на автомат. Хай он исследует. Так, в Манхартхоме... На Манхартхоме, наверное, нужен строитель. Тут вот вырубать лес и правительственную площадь ставить. Ой, еще и Ереван хочет, чтобы я правительственную площадь поставил. Как раз. Еще, наверное, у меня же стоит 100% к... Так, да. А таймер там сам переставляет? Луком можешь стрелять, да. Так, священное место тут пошло строиться. Тут, наверное, после рабочего надо еще одну галеру. Потому что я все равно не успею рабочим сюда прийти на лес. Фига вы там ГГшки убиваете? Это уже не ГГшки. Это уже не ГГшки. А, Кагыр. Уничтожили. Нет. Спасибо за игру. Спасибо. Ну, не повезло, просто не повезло с появлением среди злых людей. Ну, тогда я поставлю поближе, окей? Море я поставлю тогда. Да там, на самом деле, если бы не Челинья, который не дал мне второй город поставить, все морские юниты, не дал мне нормально от шведа обороняться, там все было бы по-другому. Ему, видите ли, шестой город некуда поставить, поэтому он мне не дает второй город поставить. Офигеть, логика. Военная инженерия ускоренная. Ладно, почему пока. Да, спасибо за игру. Давай, спасибо, пока. Ты прикинь, то есть я, прикинь, ставим, короче, я нашел Валунию, которая находится рядом с Римом. Ну там где-то в 7 клетках от него. И я где-то там в 20 от моей столицы. Ереван. Я первый нашел Болонию. Мне было к охотью не обойти. Точнее, обойти, но сложно. Так, я стал союзником Еревана. К охоте. К охоте я. Ну, какахи. Теологию откроем. Тут а зачем ты ее взял? Там курганчики такие хорошие. Ну, а она мне... Мое уникальное здание. Ну, как бы здесь нормально встает. Будем, наверное, все-таки... А зачем мне вот так вот близко? Уже в следующие... Хотя один из ходов еще. Вместо курганов и так под районы места мало. Так, оборонительную тактику открыли. Дружелюбное племя. Раз. Пустыня всего лишь одна. Два. Да, ну Рим где-то я... А, вон он. Не думаю, что она мне здесь нужна. Рим далековато все равно.
Так, так, так. Священное место строится в Пхавапуре. Что на производство вообще? Так, в Индрапуре. Тут просто нету производства, у понимаете? У тебя 6 уже будет. 96. Чего 6? Вы то, что мне нужно было захватывать чем-то, то я, конечно же, там вышел и в мечи, там и так далее. И так... А зачем на морской карте самолеты? Мне кажется, на морской карте самолеты не очень. Там ветка-то одна и та же вроде нет. Но она там рядом, кстати. Ну как одна и та же? Понимаешь, ты пойдешь вверх, а внизу-то у нас линкоры. Какая одна и та же? Ну, про самолеты я сказал так, к примеру, чтобы вот наглядно по то, что скорее всего там линкоры, это ясно. Так, меняем на плюс 2. Тут пока все оставляем как есть. Кто там в ухо так бьет? Пойдем в наемники, я думаю. Кто-то оракула завершил. Так, а теология? А, соседство священного. Давайте, наверное, соседство священного места поставим. Ну, а почему я больше... Я ж ничего тут не менял. Что за... Ладно, давайте военный лагерь. Военную подготовку откроем. Ну, блин. Бонус священного места мне нужны эти... Так, ну и пора Магнуса уже брать. Давайте, наверное, в Пхавапуру. Ну и прокачать бы его, конечно, на поселенцев. То есть я бы брал... И у нас тут следующий... А, ну я вообще политическую площадь построю. Это будет прокачка на поселенцев как раз. Блин, еще надо... А я плантации-то открыл. Наверное, еще не открыл. Не, открыл орошение, да, нормально. Надо обрабатывать еще и цитрусовый. То есть я сейчас хочу вырубить, наверное, тут лес. Поэтому тут отложу пока строительство правительственной площади. Так, здесь обращаем арму. Здесь ничего не строим пока. Гавань. Нихао. Привет. Математику открыли. Самого первого релиза 6 цифры я смеялся над китайским лидером. То есть ты смеялся над китайским лидером, когда это еще не было модно даже, да? Да, пока это не стало мейнстримом. Ну, такое лицо важное, блин. Дай подсуну. Я просто люблю кушать куропаток. Что ты начинаешь? Блин, тут столько морских ты ресурсов. Тут вот надо, кушать. Конечно, ставить и гавань, и маяки быстрее, и верфь. У меня мало городов, но они большие и растут. Кирос, а ты в Союз вышел? Не, ладно, пока нет. Заканчиваю. Вижу твои границы, Рим. А ты можешь посмотреть, у тебя дотягиваются караваны ко мне вообще, в принципе? И, кстати, я тоже вижу границы Рима. Я Ереван заберу, и тогда точно будет это. О, не забирай Ереван. Нет.
Да чё там? Ты что, ты что, армян ненавидишь, что ли? Да почему я сразу ненавижу армян? Нормальные, но в Римской империи. В составе. Они могут только в составе Византии быть, а ты Рим. Уже не исторично. Но сейчас у меня из Путиол не достает до тебя корабль. Понятно. Да, Пхавапуры, да, ты имеешь в виду? Ну, до двух городов. Двух городов, которые еще Индрапура. О, Лиссабон. Пхавапура, господи. Зачем ругаешься, начальника? Индрапура и Пхавапура. Все нормально. Наска, ей. У меня все зависло. Создать квадрирему? Тоже хорошая идея. Так, ну мне надо опять будет менять на плюс один. Так, первый посол и священное место. Давай все-таки в Лиссабон еще. Мне и там надо. Так, и надо что-то быстро открыть. Так, ну, у меня открою исторические хроники. Отображение ускорений, открытий. А, у меня тоже немножечко. Просто я сейчас смотрю, у меня в туде маленькая иконка справа, в верхнем левом углу. Типа, одно показывает, а когда открываешь древо, совсем другое. Непонятно. Видите, плюс 3 это кведука идет, да? Ну, я прокачаю Магнуса и буду, собственно, здесь покупать поселенцев. И... Да, но мне надо... Стоп. Давайте мы сюда переведем. А потом его надо будет апнуть в мечника. И вот тут плыть зачищать эту территорию. Так, загрузили сейф. Соединение установлено. Опять ты разорван. Опять тебя разорвало. А что вообще просад дает? Еще уникальное задание замещает храм. Плюс 4 пищи и плюс 4 веры. Это все из-за Артема. Но это из-за верования у меня столько пищи. Миссионеры, нанятые в этом городе, сразу получают... Ну, такое, честно говоря. Этот просад. С кем я там буду теологические баталии проводить? Ну, серьезно. Подожди, это галера Лиссабона так туда заплыла так далеко? А, нет, не очень далеко, ладно. Интересно, в чем американцы все военные мощь там против варваров? О, вот это чьи границы, интересно. Ладно, я не буду встречать. Дождемся уже. Давайте... Леон, конечно, Франция так нагло поставила. Сделаем плюс священного места и... Эй, ты чего на армаду забираешь? Первый посол пока вот так. Франция. Потому что это нечестный город-государство. Уставь. На этой карте. Оставь его на месте. Не, знаете, давайте в Наску. Я в прошлый раз до сейва в Лиссабон отправлял, но давайте в Наску. А, ну вот встретил Леон. Инан Мадол. А... Лос, брат, ты там где? Грузишься? У меня получение информации от организатора. Прощение в меру, нанять великого ученого. Пожалуйста, подождите, их кнопку отмены. Так, Наска хочет обращение в веру, Ереван хочет правительственную площадь. Это мы ему сделаем. Блин, может... Можно ЦИУ перезапустить? Да, перезапусти ЦИУ. Езду открыли, военную подготовку открыли.
Так, давайте исторические хроники, чтобы убрать первого посла. И надо будет апнуть в мечника, и тогда уже мечником плыть сюда. Все это делать. Ну чё ты? Блин. Я зайду, скоро вернусь. У Алиеноры 6 науки, 4 культуры. Это вообще... А что, так можно было? Да, закон. Подождите, а что это за... А почему меня рядом с Леоном показывает на болоте две веры и на холме две веры? Это что такое? Может, чудо? Пантеон у него, наверное. На что? На что? Престиж, да. А, престиж, точно. Нет, у него стоит, скорее всего, большой бассейн. Там из-за разливов. Не-не-не. Не, это отдельный город, это вообще нет. Это от престижа, да. Я уже, кстати, забыл, что такой пантеон берут обычно. Да, это от престижа. Не знаю, как я смонтирую это видео, но мы этот ход уже четвертый раз играем. Так, на всякий случай. Постараюсь в четвертый раз все заново объяснить. Сейчас ставим тут правительственную площадь. Купил клетку ради этого. Вырубил лес. Ставим сюда правительственную площадь. Убираем метку. Так. Дальше. Тут мы сейчас Наску найдем. Внезапно спойлер. И поэтому я тут ставлю первый посол. И плюс 100% к священному месту. О, сейчас мне почему-то очков больше. И делаем... Лос, брат, ты загрузился? Наску альянсом, и Леон открываем. У тебя компьютер слабый, что ли? Ну, собственно, все на этом. Пока все. Надо еще по городам посмотреть. Может, что поменяем? Я не знаю, я ничего не делал по-другому. У меня типа, было 36 очков вот на этот момент, а сейчас 39 уже. Не знаю, что. Не обновился на тот момент, наверное. У Еревана одного посла заработал. Лучше. О, мне начала играть кхмерская музыка, но я не нашел кхмер. Самая ужасная музыка у этого Маури. Нет, я все-таки считаю, что Калинка самая ужасная, потому что ты всю свою жизнь это слышал. Я за Россию редко играю. Переходовка опять. Ну, мне еще, честно говоря, эти завывания Крини нравятся периодически. Не так громко, пожалуйста. О, у меня варвары ходят. Блин, хрена себе, у меня тут наводнение. Мне снесло треть стен и половину хитпоинтов с города. Как наводнение может треть стен снести, блин? Сильно. Вообще охренеть. Так. Пять ходов пишет там, где торговый путь. Это сколько, как долго он будет длиться, правильно ж? Да. Не, подожди. Может, это сколько он будет выбираешь, идти? Куда отправить? Наверное, сколько он будет идти. Кто в Союзе вышел? Ничего себе.
Еще бы феодализм выйти хотя бы, профсоюз. Водяную мельницу я строить не буду. Так. Блин, я не походил дуболомом, блин. Его в мечника надо апнуть. Ацтек, это ты мне сделку кинул? Три клетки повреждено, одно население потеряно. Ты прям сделку урожайность кинул, у двух клеток. Ты чё? Молодец. Я вот тогда компьютера играл. Ну, а, ну... Нет, я кинул. А в смысле, у тебя этот один ресурс, что ли? Даже ты мне ресурс кинул? Нет, он мне кинул этот самый, книжку у меня купить за золото и право прохода. А, нет, извините. Я тебе кинул этот алмазы за... Так, а что тут а, на морские юниты? А, что-то не видел, сейчас смотрю. Или кинь еще раз. Давай. Три рудника. Ацтек здесь вроде не такой сейчас. Раз рудник. Разогнанный. Можно два рудника, надо третий рудник, конечно, построить. Блин, лян надо в Эндрапуру. Так. Бля, он мне этого Виктора в город посадил. Ну что за сырня? Пойдемте-ка мы вот этих лошадей обработаем. Блин, ноль денег. Да, с деньгами у меня, конечно. Священное место готово. Так, пожалуй, давайте маяк построим сначала. Потом святилище. И здесь тоже я маяк буду строить. Нет, нет, нет. Сначала надо священное место. Блин, 4 хода. Вообще, вообще без производства город. Боже. Слушайте, а что маяк дает? Нет. А где производство с клеток? Это греческий ураган. Вот здесь уничтожил. Производство на всех клетках побережья без улучшений. Ох. Ну тут грек Канди. Ой, грек, Рим. Давайте с ним дружбу, кстати, объявим. В службу идти. Блин, я хотел... Ой, блин, тут миллион было сейчас загрузок. Я хотел в госслужбу идти, исторические хроники и менять карточку, вот это первый посол. Ай. Опять началось. У меня реально началось. Картография ускорена. А, две гавани, ну да. Ремонтируем священное место, потом маяк. Ну, у меня в героическом веке я тут собираюсь кучу всего сделать. Три веры.
3, 7, 28. Нормально. Прокачиваем, прокачиваем Магнуса, чтобы создание поселенцев не уменьшало его население. 10 минимум. Давай-ка на автомат поставим. Дело мне феодализм важнее выйти сейчас. Русский маяк. Так, исторические хроники я открыл. Меняем на плюс 2 влияния. Это все. Да, это все оставляем. Так, Рим захватил Ереван. Жаль. Снизилось количество веры. Опять калинка пошла. Да, и тут, кстати, я могу... Нет, не можешь могу. Анархию принять? Принимай анархию. Нафиг полиция. Мама, анархия. Папа, стакан портвейна. Да я смотрю, здесь олды собрались. Да, особенно Челлинью. Ну, хорошая песня, я же тоже ценитель. Мне 20. Челлинью, а ты портвейн пил-то вообще? 3 семерки только. Я вообще не любитель портвейна, он слишком сладкий, по моему мнению. Ну да, вермут, портвейн, такое не очень. Не, портвейн все-таки это как бы высокоградусная штука. Сколько там градусов? Кто? 20 с чем-то? 20. Но он при этом еще и сладкий. То есть, блин, с него так уносит. Ну, противно. И потом на утро еще. Он сладкий, потому что, ну, для того, чтобы его было приятно пить. Но потом, на следующее утро, и вообще от него... Все вот эти эффекты не очень. Поэтому пейте сухое вино. Сухое, ну, да. Ни в коем случае не мокрое. Жалко, Грузии нету у нас тут в игре. А, просказала. Там бы Пиросмани, вот это вот все. Да, был Ереван, и тот забрали. Хотя нет, римляне тоже норму. Слушай, а, ну да, итальянское вино. А я до сих пор у себя в столице вино не обработал, вот я. Армадук тоже странно, вот что значит ГГшка? Вот у него плавает поселенец Франции без защиты, без ничего. Вокруг него 3 юнита, и никто не хочет захватывать. Давайте, наверное, Лян тоже. Тоже Париж, 15. Прокачаем способность аквакультуры. Силы. Так, рост производства. Да, блин, Лян еще не села сюда, ладно. Пока. Тут на рост тоже поставим. Дополнительного посла побережем. Где я Нанмадол нашел? Ага, Нанмадол захватывают. Святилище отремонтируем. Ой, какие люди. Где мы? Блин, надо все вот эти морские... Блин, еще рабочего нужно. Рабочего в Андропуре лучше покупать.
Ничего себе, у Швеции 3 табака, 3 оливки, 2 цитрусовых. Не, Канди, мы что-то как-то далеко друг от друга. Зачем нам дружба? Если ты боишься, что я как-то там наномодол захвачу, то я не буду его захватывать. Он, походу, хочет, чтобы военный союз у тебя был с ним. Чтобы ты меня в войну объявил. Сыт. Я не могу Мордовиан Бир объявить войну, потому что я его даже не встретил. Я встретил только Канди и Супергерл. Все. Да, мы не встретимся сейчас. Ну, я не могу сообразить, зачем тебе нужна дружба. Поэтому, если ты не объяснишь так, чтобы и мне это было выгодно, то дружбы не будет. Опять же, если ты там кого-то поселенца ведешь, то опять я тоже захватывать не собираюсь. Тут, ну, мы слишком далеко друг от друга здесь, чтобы... Ну, Дань-то можно за поселенца взять? Ну, можно. А что с него взять? У него 8 наук и 5 культуры. Ну, блин. Тут брать-то нечего. Артём, это тебе на меня нападаешь, да? Ты видишь, что у меня варвары со мной делают? О, привет. А чего? Почему вы сейчас... Что у тебя 200 мощи, и ты возле моей границы. У меня, смотри, у меня 200 мощи, это... Это все галерки. Ты видишь, я 4 галеры уже построил. А возле твоей границы у меня что там? Дуболом, лучник и лучник. Так, следующим ходом у нас героический век начинается. Там... Хочу эти обустраивать территорию. Блин, вот как жалко, что это не горы эти клетки. Что, строить просад, наверное? Чудом. Амбар, водяная мельница мне не нужны, хотя, может, с другой стороны, галер побольше настроить. Я еще торговца, может, давайте торговца. Так, здесь священное место построено, маяк. Блин, 18 ходов, ну что это? А купить его сколько? Ой. 240. Не, ну 18 ходов, это умереть. Давайте лучше, не знаю, строителя хотя бы. Ужас. Да. Так, в героические. Вольнодумство, перо и кисть, монументаль. Может, евангелиста взять? Нет, ну, я сейчас не буду распространять религию. Мне точно сейчас не надо. Так. И сразу начинаем со строительства поселенцев. Создание, я бы даже сказал. Мехико. Канди, оно уже не твое. Давайте что-то на золото отправлять. В Ереван, например. А 15 ходов длится торговый путь один, правильно? Так по-разному. По-разному, да. Давайте, так, Леонора, новые районы. Нет, давайте, может, я лучше. Какая Леонора у него? У него, у Леоноры 5 наук и 3 культуры. Что ты против Леоноры хочешь? Я не понимаю. Давайте ей запретим. Запретим ей решать. Нет. Нет. Что че? Леоноре, Канди дает. Давайте, так, что у нас тут? 100% торговцев, я не знаю. Давайте против Болонии проголосуем. Давайте против научного города-государства. Давайте за торговый город-государство.
А вы встретили торговый или научный город государства, да? Я научный не встретил, но я слышал, что Болонья есть. Поддерживаю против научного. И я не знаю, не расширяется. Ну тут как бы пофигу на тут на самом деле пофигу а первое, против кого. Кому мы... Всё, я за Элеонору проголосовал, что ее территория не расширяется. А я ее не встретил, не могу за нее. Круто. Кидай за себя туда. Спасибо большое. Давайте, русский расширяется под влиянием. Ну, я тоже не могу за русского, я не встретил русского. Вот что пройдет, ты пройдет. Ага. Так, мы тут каждый ход будем сейчас покупать посева. Они стоят... Что, 15, нормально. Ну, как минимум... Но мне уже, в принципе, все клетки расширены. Штуки 4 мы сможем купить. Культурный захват у Китая. Но... А как так-то? Минус 9. Ну все равно надо сюда везти, ставить. А почему так? Смотрите, Монтесума 3 голоса за себя отдал. Кто Челлини 3 голоса отдал за себя, типа... Ты за себя 2, и за тебя еще Екатерина отдала. Да, Екатерина за меня закинула. А, Рим, я готов союз заключать. Швеция за что? Отлично, давай. Экономически. Швеция, зачем ты это сделала? Так, купаем здесь следующего поселенца. Рим, сделка. Торговец. Я бы культурный взял с тобой. Так какая разница? Культурный... Его ж прокачать надо до второго уровня. Потом поменяем. Начнем с экономического, потом культурный. Нет, я про русского говорю. Библиотека, ну, хочешь, предлагай культурный. Да, предложил. Здесь, наверное, тоже строители построим. Надо улучшать себе тут все. И пойдем в наемники. Потом в торговую республику. Две каравеллы. А для каравелл нам нужно картографию открыть. У Рима. Кри, у тебя есть ртуть? Так, этого поселенца сюда. Купаем следующего. Плюс одно население. Нормально. Для столицы очень даже неплохо. Швеция, предложение. Так, тут я все починил у себя. Ну... Я бы сказал, это больше в твоих интересах, нежели в моих. Мы с тобой на одном материке, не забывай. Может, купить тут рабочего уже? Или еще на поселенца копить лучше? 60. Ну, этот сюда бежит, так? Этот сюда, этого поселенца мы сюда отправим. Вон еще там города есть.
А вот куда больше, уже непонятно. Уже больше некуда. А чё я? А что за бред? Почему я не могу в ГГшку закинуть посыла? Поэтому, наверное, можно рабочего покупать. Смешно. Стей, ну ты же где-то близко, ну где? Твоя музыка играет весело. А где ты? Какие ты города-государства видишь? Кардифф вижу. Нет. Я вижу Рим. Не стоит такого Кардиффа. Города-государства? От Рима тебе надо влево плыть. Ты дружбу прими, а потом мы с тобой заключим союз. Я следующим ходом покупаю маячок. Так, ну тут по ресурсам с Римом мрамором надо поторговать. Рим предложение. Сейчас, подожди, надо подумать. У кого тут желтые границы? Желтые. Возможно, Рим, но Россия, наверное. Привет. Да, у Лос, брат, все хорошее тут ГГшка. У меня ГГшка. Так, давайте просад строить. Время ученичества ускорено. Я что-то не успеваю уже ходить. Да, вот поэтому тут, да, мод на таймер. Я тебе обещал, что ты будешь не успевать. Ты боялся, что слишком долго все будет. Так, а что ты отказался, Рим? А, мне нужно просто подумать. Мне, возможно, этот второй люкс нужен для следующих четырех. Ви, я твое внимание какой обращу второй? На заявление шведа. Два люкса на 8 городов не действуют. Если ты не в курсе. Там каждый люкс действует на 4 города. Да. Но один уникальный. Действует на... Один уникальный. То есть, если ты, грубо говоря, из двух моих люксов, из трех моих собираешь один, тогда он будет действовать, ну, два люкса действуют на 4 города. То есть, вопрос в том, что ты у меня забираешь. Подожди, я у тебя забираю, у тебя два мрамора. Два мрамора я забираю, один мрамор. Мрамор мне нужен, я готов на пряности с тобой поменять. То есть ты думаешь, что мрамор будет действовать на следующие 8 городов? На мрамор следующие 4 города? Действовать на... да, с 5 по 8 город у меня будет действовать мрамор. Я не против на пряность поменять, но я тебе могу сказать, что мрамор действует только на 4 города. 2 их у тебя или 6 их у тебя, они действуют только на 4 города. Одна единица. Давай лучше со мной на соль. А, так ты соль не лучше. Вот она. Согласился. А Китай здесь или не здесь? У меня Китай осудил. А, понятно все. Это тот, кто на меня нападать не собирается, да?
О, я Россию встретил. Так, ну мне, собственно, осталось Челиния встретить. Челиния, реально, ты где? Не признавайся, будут бить ногами, не поддавай. Плыву на запад. А вот... Нет, парит, не Челинию. Блин, у Рима 96 культуры. Ой, науки. Да и культуры у него дофига. Но я отставал от русского примерно всю античность. Там в два раза. Так что мы с русским, я его чуть-чуть буду догонять, но он все равно... Если у меня что-то сильно... Да, может, не помешайте на меня напасть, например. Вот это меня волнует. Ну, у меня с тобой хорошая каравана, смысл мне нападать. Ну, тебе в прошлый раз, когда ты играл за Японию, не помешало? Ну, тогда я был сильно в отстающих, и... а ты, в принципе, самый последний был. Так что тогда это дело выживания. Опа, вот мы и встретились, да? Здорово, Китай. Так. Один посол. Так, наверное, никуда. Вообще надо бы Лиссабон. Хотя бы три отправить. У русского вообще все есть. У него 6 уникальных ресурсов. Двойной янтарь. Ничего себе. Костромская. Русский, а ты уверен, что хочешь этот город поставить тут? Что-то я уже сомневаюсь. А ты туда хочешь город поставить? Да, у меня это единственная селитра. Я, конечно, не вижу там Болонию полностью, но пока это... А у тебя уже капает. Артем, ты тут? Да. Обламываешь ты меня. Мне надо города твои, ничего личного. Ну, понятно. О, все, я всех встретил. В принципе, ты можешь вот под Кардиффом ставить, там достаточно места, ну, чтобы поставить нормальный город. Там и черепашки две есть. Ну, то есть можно выставить так город, чтобы он захватил... А где Кардифф? Я что, напала на тебя, да? Это я завтыкал. А, сейчас поставлю. Кви, я тебе предложение скидывал там. Вот сюда вот город ставишь, там, получается, все клетки твои там и все чудеса, ну, точнее, редкие ресурсы в твоем распоряжении. Эти коровы пойдут в Индрапуру. Нормально, сейчас 10 будет жителей, можно будет еще на один район поставить. Так, здесь, пожалуй... Да, поставлю лесопилку. Ну, конечно, надо коммерческий район строить, но пока лесопилка. Потому что производства нету, жителей нету для... Просад я построил. Мы можем, если что, укреплять религию, но пока... 9 жителей. Амбар, водяная мельница... На этом пока все. Продолжение спонсоры могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно должно появиться завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!